В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Здравствуйте! Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия. Собственно говоря, вот так вот она. Так вот она у нас должна быть. Так, дальше. Ну вот. Здесь, если вот так. Если вот так поставить. Так. Чуть-чуть она теперь отжать. Вот. И можно. Вот эта часть у нас мы сейчас отогнем. Торопиться не надо, потихоньку. Постепенно. Вот у нас что-то получается. Получается, железо мягкое. Ну вот все у нас как бы так вот. Можно спинину зажать. Так вот ее можно буквально вместе с этим зажать. Ну ладно, тут посмотреть. Так, что она была ровно. Как-то так. Вот это место. Чем больше опыта, тем вот это место, оно такое самое сложное получается. И можно. Вот так вот. Получается. Можно посмотреть. Вот. Вот здесь вот не дошло. Вот здесь вот немножко не дошло. Миллиметр. Ну, миллиметр это хорошо, да. Так. Так, ну чем тут можно еще? Вот это. У нас пошла на вытер. На вытер. Ну, я сейчас хорошо. Пока. Ну, маленький. Пока. Пока. Нет, маленький. Щипик. Ну, на третий можно. Вот так вот теперь. Так, значит, такие дальше. С той стороны. Ну не прыгай, я прыгаю. Нет.
здесь мы заномерим. Так, заномерим. И выходим на всем этаже до конца. До конца этажа. Вот такой вот у нас. Ну и теперь у нас остается загнуть здесь теперь. Вот такой вот прекрасный карнизный. Такой рампой. Ну, вообще я такие называю гибочные пластины, потому что это как толстые пластины. Попробуем с помощью гер. Специально начнем. Чем хорошо, ну, ручку можно снять, в принципе. Вот, немножко добавляем на задив. Потом где-то вот так вот. Начинаем нажимать. Вот так, нажимать. Теперь самому можем отсюда снимать. Вот так, красиво. Снимаем. Очень хорошо нажимает. Вот, дело все в том, что здесь внизу у нас рекомендуется не до конца загибать, а оставлять где-то так, если показать, то получается вот такой загиб. Сейчас вот будет видно. Вот. Получается вот такой загиб, что у нас получается вот эта часть она не до конца загибается, мы ее оставляем вот так немножко под углом. Но это рекомендую для того, чтобы вот здесь вот, когда у нас вода вот так вот она скатывается вот так, она все равно сюда попадает. Это у нас такой наплёс небольшой. И получается, что вот здесь вот внутри вода, она скапливается. И если до конца завернуть вот эту кромку, то тогда у нас будет это все. Подсасывать. И он там живеет, может собираться всякий мох и так далее. Песок. Ну, собственно говоря, немножко опять оставляем, да? Ну, некоторые дожимают до конца. Есть специальный инструмент. Ну и теперь вот так, ну теперь мы сделаем сейчас, наверное, немножко надо сгулять. Так, вот здесь надо с ним гулять. Сейчас. Здесь обычно клеймеру делают, но у нас
учебных целях мы камеру не делаем. Мы делаем на этих вот самолетах. Вот, проворачивается. Это хороший знак. Так, все, мы теперь все закрепили. Вот у нас не болталось, когда мы что-нибудь делаем на кружке. Картины должны жестко. Их невозможно и никак установить нормально, если они у нас болтаются. Вот, если у нас болтаются они. Ну, вот сейчас мы вот эту часть теперь, мы ее должны, вот как здесь нарисовано, то есть мы вот это сделали, first step, вот, подрезали здесь, подняли. Так, вот эту часть открыли, мы сейчас находимся уже вот в этой части, то есть мы отогнули ее, все. Ну, здесь можно, конечно, здесь на рисунке показано, что сразу сгибается вот эта часть, но на практике это редко бывает, потому что мы фактически оставляем, подрезаем здесь, на этой картине слева, или отгиб по 35, и потом накидываем следующую картину, следующую. Здесь мы подрезаем везде вот эти отгиб по 35. И потом уже вот с весом, когда начинаем работать, и все это вот приводим в такое состояние. И мы сейчас находимся вот на третьей стадии, то есть мы отогнули и начинаем работать уже вот с этой частью. То есть нам нужно вот четвертая часть завершающая. Ну что мы имеем? Сейчас посмотрим, что у нас получается по размерам. У нас вот эта вот сейчас картина, вот она у нас даже 9, вот эта часть 9, то есть она у нас дойдет вот на это. Вот. И еще раз повернем. То есть она у нас должна быть 9. Ну вот сейчас мы подчертим